Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, вы слишком много времени проводите в офисе и квартире. Чтобы не допустить кислородного голодания, вам нужно больше гулять на свежем воздухе. Тельцам звезды советуют разборчивее подойти к выбору компании. 3 ноября, сами того не желая, вы можете попасть под чужое влияние. Близнецам грядущий день принесет положительные эмоции. Почувствовать себя счастливыми вам помогут близкие люди. Раки, а почему бы вам не возродить былые чувства? Звезды советуют дать прошлым отношениям второй шанс. У львов день подходит для новых знакомств и приятных встреч. Проявив коммуникабельность, вы сумеете найти себе отличных друзей. Девы, начните уже сейчас планировать новые проекты, тем более, что ноябрь даст хорошие шансы их реализовать. Весам, находящимся под властью новых любовных чувств, нужно обязательно исключить чрезмерные эмоции и ревность. Для скорпионов, чья работа связана с творчеством, день ознаменован удачей. Вы ощутите вдохновение и найдете правильное применение своим идеям. Стрельцы наконец-то могут вздохнуть спокойно. Все проблемы остаются позади, оставляя место спокойствию и уверенности в завтрашнем дне. Козероги, с осторожностью отнеситесь к новым деловым предложениям. Хотя они покажутся вам заманчивыми, но помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. Водолеи, а почему бы вам не поменять имидж? Наступает хороший период для изменения внешнего вида и посещения салонов красоты. Рыбы, не стоит планировать на этот день каких-либо личных дел. Не исключено, что все ваше время заберет сложная и напряженная работа. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.